Так, привет. Спрашивали про мерку. Шлифовальная площадка. Сейчас расскажу, что такое. Вот. Вот такая площадка. Где посветлее сейчас. Ставим. Так, вот цена 2 550 стоит. Это площадка. Так. 800 на 230 180. 10 штук. 470 рублей стоит. Это не на 80. Видно. Отбивается. Плюсы в чем? Равняет хорошо. То есть, если шкуркой, просто рукой, как были волны, так и будут. А это бугры срезает, прям видно, где срезает. Минус в том, что узкая. Когда круговые движения делаешь, может она на ребро скатываться. Ну, надо приноровиться. Тогда будет отлично вообще. Вот легкая, я не знаю, вообще как легче, чем пенопласт, наверное. Ничего не весит. Шланг тонкий, просто убивается. Вот. В принципе, шланг не мешается, тонкий, легкий. Есть. Дозатор воздуха. Видите? Мощность воздухозабора. Здесь тоже отверстие. Щадящий режим для пылесоса. А я заткнул. Шланг и так тонкий. В принципе, они мне не нужны. Хорошо пыль проходит. Мне нравится, очень удобно. Есть еще площадки. Где-то. Вот такая, допустим. Вот сеточку уже не прикрепишь. По размеру не хватает. Да? Только наждачную бумагу. Пыль, естественно, с нее сыпется, с наждачной бумаги. Где-то крупное зерно попадется вот, между бумагой и стеной. Вот это зерно крутится, крутится, бороздки оставляет. Здесь же зерно уходит внутрь. Дырки довольно там крупные. Даже если без пылесоса тот же потолок шкурить, сюда набивается это все. Пошкурил. Раз. Ведро чик. Стряхнул. То есть уже все равно сыпется гораздо меньше с такой площадки. Что еще могу рассказать? Вот в комплекте идет
шланг. Там, кстати, переходничок такой еще есть. Такой, сейчас найду. Вот переходничок. Внутри резьба. Вот шланг. Вот этот шланг туда накручивается. Вот он резиновый. Не очень мягкий, но и не жесткий. То есть как-то одевается. Видимо, в пылесосы разные. Тут гладкая дырочка. Вот. Вот. Название. Ну, в комплекте шло, видимо, Мирка. 5 шкурок. И шланг с переходником. Вот так. Так. Вот, снял батарею. Это место надо пошкурить. Как раз я вам покажу, как это работает. Штука. Еще раз скажу. Называется Мирка. Так, одевается. Правша. Вот одел. Держится довольно крепко. Шланг от пылесоса. Тут тоже резьба. Все, накручиваем. Держится крепко. Thank you.
Вот. На площадке 80-я шкурка, на электромерке 180, на площадке 80. На площадке грубая, чтобы выровнять более-менее ямки. Круглая, потому что все равно она круглая. Если ямка, она ее все равно будет обходить. А площадка, она уже более-менее выравнивает. Так что вот, приобретайте такие инструменты хорошие, комбинируйте. Одним инструментом все равно все не сделаешь, правильно? И когда комбинируешь, возможности больше. Хорошо, спасибо. Вот. Больше нечего шкурить. Убираю все, пошкурили.